4, 5, 6, 2, 7, смотри, 8, 9, 10, 11. О-о-о-о! Да неудобно, бес! Вот так удобно? Вот так? Я не знаю, раз так удобно. Делай какое, больше тебя не прошу ничего. Пошли. Оп. Оп. Ноги, пятки, пятки, не становись, ноги согни в колени. Не могу я так без. Ну, ты что, Буратино, что ли? Нет, ну а вот на бутылках смотри. Да вот хуже тебя делают. Давай, давай. Призер республики будущий. Давай. Хорошо. Мате, пошли мельница. Мельница. Вот, то, что я спортер. Давай не разговаривай, давай делай. Не приседай сильно, просто. Вообще не приседай. Ну ты в ход. Раз мельница сюда вышел. Раз мельница. И все. Раз. И не надо на колени становиться. Давай. О, зачем на колени становиться? Иди сюда. Взял вот сюда. Раз. Да. Оп, два. И все. Вот так и сделай без партнера. Ну. Вот, молодец. Молодец. Хорошо, что я тебя не снимаю. Хорошо. Молодцы. Все. Надели кимоно. Ну тут смотришь опять. Да, у меня нет. Постирал? Нет, место. Где? Результат не был место. А что у тебя там было? Это где куртка? Я офигею. Вот возьми любую куртку. Вот, а, это моя. А, Артемович, потом уберете, Марк. Ну да, уберете. Я в шоке. Ну и поезд уже взял, куртку взял, уже бы и поезд взял. Так, вы тут, ладно, на месте. Потом туда же поставишь. Влад, а ты сюда. Ты сюда. Так, смотрю, куда меня смотрит одна камера. Одна на вас. Так, одна на вас. Так, чучело взял, 15 бросков через бедро, и считаю вслух, скажешь мне. Вы готовы? Все. Кто тебя спрашивает, почему? Нет. Я спрашиваю, вы готовы? А ты говоришь, почему? Я не сказал почему, я сказал почему. К чему? А, к чему? Тяжело, нет? К чему? К работе. Значит, что будете делать? Значит так, бросок через плечо. Ага. Классический вариант. 15 ты, 15 он. А ты броски делаешь. Угу. Давай. Отжимаем. Вот. Хорошо. Раз. Вы чехоми делаете. К чему? К чему? Бросок через плечо. Я сказал лучкоми. Бросок. Вот, да? Бросок сказал? Учекоми. Броски ему, а вам учкоми. Бросок через плечо. 15 раз. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, шортевчик, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14. Делай хорошо. 15. Сделал? Да. Артемчик, сможешь? Конечно. Отлично. Сделал 15. Ты не считаешь. Ты не считаешь. Ну. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15.
смотри теперь, Артем, сейчас делает вас буду уже. Взял классический захват. Значит, взял, да? Да. Теперь эту руку отпускаешь, и шкоби в эту сторону. В эту? Да, 15 раз. Раз, два. Сколько бросок? Вот. Так что она летела? Плохо. Видишь, даже поверить. На боку, то есть оценки нет. Вот. Вот. Вот уже лучше. Пятнадцать делаешь? Да. Молодец. Артемчик, ту же сторону. Теперь делаешь так, 10 бросков через бедро, но с падением. То есть бросаешь, а потом кувырок через нее. Через 10. Я меняю. Хорошо. Через бедро. Делаешь бросок 15, бросок через бедро не вправо, как обычно, а в левую сторону. Вот тут, бегу, да. Учкови правой рукой и в эту сторону подворачиваться. Делай ты сначала, потому что Влад пока проснется. Да, вот это вот. Вот. Ну, вот у меня. Отлично. Вот Влад, красавец. Без партнера некрасиво, а вот это очень красиво. Так, давай, 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 давай. 15 раз, потом 20-15. Влад, а ты считай. Не считай, делай все, пусть он считает вслух. Не больше считай, так и будет. Пошел, Влад, то же самое. Правой рукой держишь, правой, и ко мне подворачиваешься. Да. Так, теперь то же самое, но с падением. Тоже написано? Да. Это самое главное, с падением. Пять, девять. Так, давай. Шесть. Семь. Вот. Восемь. Девять. Ушел до суку. Артем, значит, 15 бросков. Опять, все броски обычно в эту сторону не надо, в эту сторону. Влад, то же самое, ты начинаешь. Большой Влад. Отсюда взял и сюда подвернулся. 15 раз, он считает. Так. Сюда? Да. Понял. Раз. А, считай. Четырнадцать. Хорошо. Так, Артем, идешь к Владу.
Работайте в партере, боретесь. Я знаю, что вы будете сейчас плохо. Влад, ты чучело сюда. Снимаешь куртку, мы с тобой сейчас по руках будем. Вы готовы? Да. Да? Да. Хорошо, 2 минуты. А Джоэн? Значит, что мы с тобой делаем? Сюда. Значит, сначала здорово. Смотри. Твоя задача взять меня отсюда. Да? Хорошо? Пожалуйста. Кто выигрывает-то? Вы понимаете, или что вы делаете здесь? Стоп, Мате. Значит, еще раз один же плодить. Это не борьба, блин. Это на что? Страдают дети. И досыпание. Еще раз. Если я замечу низкую высокую партию, ты становишься спереди за голова, то есть голова вот здесь, и здесь перед ним становишься. Значит, сразу буду бить. Только такой положение. Задача. Забежать назад. Встань со мной на ноги. Встань. На ноги. Забежал назад. Руки не душить. Поставил руки, перевернулся, удержали. Вот отсюда руки. Раз. Запустить. Вытащил одну сюда, потянул сюда. Или на болевой. Или перевернулся с ним, задушил. Джен. Хорошо. Артём, не понял, что ноги не сбрасываешь? Не получилось. Блин, чем ты занимаешься? Запустите. Иди сюда. Стоп. Да. Одевай. Так. Сейчас мы одну выключим. Так, этот, Бурдужа, что ты сидишь? Где твой этот бордионик, блин? Что? Бордионик. Да. Дома. Видишь? Там можно было бы поставить. Что-то музыка меня не тихонечко. В раздевалке тогда. Так, Влад. Делаешь удержание. Сбоку. Ты ему, ты ушел. Он мне? Нет. Ты идешь. Берешь папку, туда идешь. Так, включил. Так, значит, у тебя... Я же все. Держи. Значит так,
ту сторону 30 бросков. Из них в ту. Через бедро, через бедро. Так я могу и так, и так. Мне лучше туда. Куда? Ну давай, 3 броска сюда, 3 сюда. Нос поделишь. 30. Хорошо? Через бедро. Да, через бедро в спаде. Готовы? Ты уходишь с удержания, ты держишь. Переходишь в дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп. Ты устал? Нет. Нет. А ну, Влад, иди сюда тогда, ложись. Пастухов ушел. Держи его. Я? Да. Так, теперь я не спрашиваю. Я задержу. Так, делаем удержание. Готов? Да. Пойдем. Раз, два, три, четыре. Смотри. Так, ложись. А ты уж ходи, будь по очереди, блин. Наоборот, надел куртку, блин. Ой. Посчитай немножко, что такое.
получит. Также. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Держит собака. Самое главное, это боюсь отпускаю. О, хорошо. Так, встали. Значит, 60 раз ты, 60 раз ты. Да? Раз, два, до конца можно не переворачивать сюда. Видишь, вот это движение. Хорошо? 50-50. Ух. Не, мы работаем. Мы пахаем. Ой, не, мы сам мы... Следующий раз оголовим еще. Вообще в бар пойдет. Я. Просто курку сильнее, что смотри плохо. Это в эту сторону не делаю. 55-50 тонн. Меня бы достало. Правая рука, сюда. Вам хорошо? Понятно? Да. Че? Нет, мы не будем. Стоп, затулываешь. Да? Да, затулываешь. Ты хорошо? Ногами не едешь? Да, пятьдесят один, пятьдесят другой. Снимай. Чуть-чуть больше подворачивай. Давайте вас ждем. Отдыхаем.
Ты меня взял между тупой. Работать надо. Работать. Работать. Не мне же работать. Три, четыре, пять,
Все, да? Да. Хорошо, одевайся. Да. Если тебя все бросили, значит, четверо поймать могут набить. Значит так, или здесь качаешься, или там? Здесь. Вот что мне делать? Делаю. Главное сделать, чтобы так. 700 раз. Каждое упражнение не больше 30. Сделать круг 30. Здесь круг 30. Единственное, что не делай на руки очень много. Потому что руки были лишь ноги. То есть старайся ноги подключать, например, 4 упражнения, там, на грудь, на это, то можно. То есть не делай. Да. Хорошо? Все, хорошо. Или со мной будет бороться? Мне это пока. Что со мной бороться, если я старый? Ну кто выиграл? Я понимаю, что вы не полную силу боролись, но вы бороться так не можете. Так. Пять. Нет, до икона. 5 складок. Сейчас я выключаю. Я сужу. 4-2-2. Значит, у кого 4, кто-то выиграл. То есть 5 что не бросал. В соседнем соревновании это пацан, где да. И там мужик перед нами сделал. Ага. И он говорит, что первый раз учитывали сам, он не пришел в соседнем соревновании. Вот. Не, он просто, наверное, перепутал. Нет, нет, это трехи, которые на турецкий рулон. И там бросали на 4 балла, и все включали 4 балла, а он падал. Ну, а он как... Сколько найти? Не с этого. Закрыто. Там не этот судья, который... Но, кстати, дом он хороший, который... А, все. Дом хороший, а тот второй был вообще один. А, ну... Я не подтянусь. Надо посмотреть. Главное, чтобы он, понимаешь, одинаково судил всех. То есть если он всем давал 2 балла, да, а если он кому-то дает 4, кому-то 2, 2, 2, то есть вот этот балл тебе. Ну что? 0. 4 минут. Готов. И пол. На этом сладко заканчивается. Минутка вот это. И следующее. Джи! Итак, перец на лице. Кто в лице сильнее? Какая это или? Пришелец. Чистые доски, конечно. Нет, я так нет.
Москве, вот тот может, там любой может. Сам попал. А здесь сюда? Да. А, сюда, сюда, сюда. Начинаем? 3 минуты. 2 минуты осталось. Сюда и вещи. Сюда. Что? Я не показал? Не ожидал. Потянулись, так, минуту отдыха. Вот запомнил, как ты бросил? Да. Запомнил, какой у тебя был заклад? Да. Вот запомни, что ты до этого сделал. То есть, какой вы взяли заклад, что ты до этого сделал и как ты бросил. Потому что ты подворачиваешься отсюда, это один прием, у тебя постоянно спина может полететь. Если ты заболел или еще что-нибудь, она точно вылетит. А вот этот у тебя хорошо пошел. Значит, я не знаю, как ты держал, просто... Нет, это сделал. Ты отсюда как-то сделал. Ты не делал классический борцов. Нет, так он это сделал. Так он не классический сейчас делает. Нет, не классический. Нет, о чем я и говорю. Когда ты классически подворачиваешь, у тебя часто спина остается. И тебя назад, и ты можешь травмироваться. Поэтому я и говорю, запомни захват, запомни, как ты залез, что ты делал. Вот это вот бросил, вот это надо запоминать, 10 раз повторять, и к этому стремиться. Теперь тебе, Артем. Ты делаешь подножку правой ногой. Не выводил. Нет, выводишь, ты не выводишь, а что дальше? Да? Ты... Посмотри, если у тебя хорошо идет подножка правой ногой, подсечка, значит нужно влезть на заднюю, а потом делать переднюю. Так я хотел взять хорошо. Нет, это у тебя не то, что это у тебя уже не первый раз. Ты делаешь подсечку, показываешь, выводишь, все, но нет броска. То есть у тебя нет продолжения. Римаренко хорошо делает, сейчас он не знаю, будет или нет, вот он делает. Но тоже не часто получается. Но это его коронный бросок. То есть он часто будет. Часто именно это и делает. Если ты хочешь его делать, значит ты должен что-то делать туда, чтобы он на тебя шел. А ты показываешь раз, ну иногда бывает это, иногда это. А что дальше? Что дальше? Ни бросками. То есть нет продолжения атаки. Зачем ты его выводишь? Если делаешь, тогда делай так, чтобы он летел. Ты просто выводишь, теряешь силы. И нет броска. Я понимаю, что ты там через 8 раз делал один бросок. О, да. А у тебя вообще броска нет. Ты выводишь, да. Я, правда, левша, и я делал иногда так. То есть, просто я влево так. Я показывал подсечку, а отсюда врезал назад. Здесь труднее это сделать. Но не этой ногой подсечку, потому что ты делаешь это ногой подсечку.
Значит, надо сюда, а? Сюда, чтобы он переступил, когда туда бросил. Или наоборот, это сделать и залезть потом сюда. Сделать лево и залезть сюда. Или же отсюда, отсюда ждать, высечь. Раз. Отсюда, чтобы он переступил, делать бросок. То есть что-то как-то... Хорошо. Вторая схватка. Чемпионат республики. Лицей, да? Поступал в лицей для нас это. Мы ему дали победу, все-таки он в лицее боролся. Время? 4 минуты. Стоп. Шида. Шида. Не забывайте, да? Шида не бьет, но предупреждает. До конца, пол. Пастухов, да. Запомни. Запомни заклад. Запомни, что сделал. Запоминай. Запоминай. Запоминай еще раз, как руками в конце тянул, то есть не за себя сюда, а туда. Вот девочка с этого, Дарья, как ее, Даша, кажется, всех убивает. В партере всех убивает отсюда, перевороты ногами, удушающие, и делает за собой. Всех, японцев, всех. 17 или 18 лет, четвертый мира, четвертый Европы подросток. 52 килограмма, украинка, белодит, вообще рвет всех, сейчас вот не знаю, но вот я смотрел 17 год, рвала всех, партер Япона, партер попадает, японцы туда жрают, в одни ворота, я ее просто вот такой думал. Я видел, то она прижала бороться, ну, девочка как девочка нормально. А выросла и вот с ума сойти. И так, что сделал? Зацеп. Зацеп болен. Это он должен как бы идти назад. Правильно? Значит, ты мог подсекнуть. Какой ногой подсекать лучше? Правый или левый? Если ты это подсекаешь, то зацепить нельзя, потому что он падает. Значит, можно это показать подсечку. Он что делает? Он раз упирает ножки шире. То есть это подсечка. Это зацеп. И какой заклад? Да. Угу. Минута прошла. Да. Третья схватка. Так. У нас три схватки осталось. Европа, мир, Олимпийский. Европа, мир, Олимпийский игры. Да. Так, единственное, что кто станет чемпионом мира, то гонорар держит пополам. Готовы? Джой! Хорошо. Молодец, умница. Надо давать, чтобы это. Вас что делаем? Или оценку даем? Нет, не дальше. Ну, не я остановил тебя, когда шла оценка. Шида. Хаджи. Thank you.
Это самое. Да. Ты не взял, ты показал, я потом расскажу. Испугался. Испугал противника, он так обрадовался. Спасибо. Живем. За хорошего, хороший заклад, надо запомнить. Последний будет третий. Я же сделал бросок, он зашел. Давай, Борис. Два шида у тебя, он совсем на одну. Надо, чтобы он третий шида. Вот так как ты брал захват, и он вышел, вот это надо заполнить, сам засов. Если бы я мог посмотреть видео, могут дать, могут не дать. Могут дать, могут не дать. Но так как видео нет и... А почему вот ты посмотрел так? Что? Вот ты залез и проиграл вот все. Значит, я залез и зашел сзади. Я не могу. Почему? Сейчас смотри, Тимка. Я зашел, ну ты смотри. Я же наедине откуда. А зачем? Скажи, зачем? Смотри. Саничка, ты. Я вам потом выставлю, ну, в фейсбуке посмотрите в группе. Нет, это последний, я просто... Нет, другое. Почему ты не бросаешь, ты бросаешь вперед? Почему ты назад не бросаешь, а потом переходишь вперед? Ну, это у меня... Ну, не получается, вам длинный. И что? Я захожу, он сразу поезд. Так пусть вперед и пусть летит. А я теперь потом как? Позже сидел. Как? Ты же зашел вперед, а он стоит на ногах. Он тебя посадил. Он же стоит на ногах. Ты же его не выводишь, он стоит. Он не стоит на одной ноге. Он стоит на двух. А ты залезаешь. Залезь назад. Развернись и сделай вперед бросок. Вот это. Thank you.
отсюда, да? Влезь сюда. Но не бросай туда, и не надо. Руку убираешь, и потом вот это движение делаешь. И спина целая, ну, пойдешь вперед, и так падаешь. Вот как щелкнуло, блин, все, и... Вот можешь показать без броска? Вот возьми захват. Вот ты взял захват. Да. Хорошо. Нет, ногу надо ставить. Раз. Вот как ты поставил ногу, его полностью, раз на стопу, туда. Да. Ну, не так далеко, рядом со стопой. О, вот так. Вот ты пошел. Он же не хочет падать. Вот теперь ты, вот, держи ногу, как ты держал, теперь ты разворачиваешься. Ну, 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 что это? Дай это походу. Не, вот и будешь. Раз, ты влез. Все, он пойдет на тебя. Ты уже разворачиваешься. Оп. Ты разворачиваешься. Но ты таз не вставляешь. То есть, ты когда делаешь бросок, вот ты сразу делаешь, берешь бросок, ты на прямых ногах, и таз у тебя здесь. Ты должен как бы подсесть, чтобы чуть-чуть встать. Ты должен туда как с криком даже влезать. Первое, хоп, не падать назад, раз вперед, а ты ногу поставил, раз и перекрутился, ты уже бросаешь вперед. Четвертое, да? Чемпионат мира. Готовы? Так же. Левую подсечку в лапы, правую залезть. Стоп! Не той ногой. Это и покажи, что это... ты сзади. Да, это и покажи, чтобы он жестче стал. Это и залезть, но он ждет, чтобы бросить в другую сторону. Показал, но ногу туда не ставишь. Показал туловище. Он разворачивается сюда, бросает. Вот смотри, левая, подсечь. Нет, ближняя. Раз. Меняешь ноги, залезаешь на заднюю. Раз, стоп, ногу не ставишь. Он ждет тебя туда бросить. Меняешь ногу. Сейчас, подожди. Ну, подожди, на это. Показал, то есть ты хорошо взял отсюда захват. Показал ты. Хоп! Но не ставишь ногу, потому что он ждет, вон он тебя уже будет бросать. Показал, оп, вот, поставил, есть бедро, оп, дальше разворачиваешься, сюда бросаешь. Там или передняя подсечка, или... Да. Джимин. Две минутки. Стоп.
не двигаться. Возьми зарплату. Вот, Влад, со стороны, стоп. Вот, тебя взяли зарплату, да? Тебя взяли зарплату. Значит, это зарплата хорошая? Нет. Нет. Тебе что-то надо делать. Если ты заказ зарплату срываешь, просто идешь. Оп, все. Раз, так сорвал, два, шире получаешь. Так, я взял. Что-то нужно делать. Что можно делать? Принеси мне разговор. Принеси мне. Вот он тебя взял. Если он вот так берет, значит он обязательно будет туда кидать. Обязательно. Когда вот так берет захват, здесь ни в коем случае нельзя брать захват. Если ты возьмешь что-то, улетаешь, рука летит. В этом случае надо, если ты здесь берешь, значит, или подойти, чтобы тяжело было вытащить, или он взял, оп, засунул куртку даже. Теперь дальше. Отсюда. Да? Вот он взял захват. Хорошо, держи. Хорошо. То есть ты постарался стой на месте, держи, или вот. Да? Что-то нужно сделать. Не знаю, может быть, перехватить. Да? В эту сторону подвернулся. Может быть, может быть. Может быть. Оп, пойти. Бивол. Трудов. Боролся с Ванковым. Я видел, я сказал, подошел Ванкову. Говорю, когда? А Бивол делает так. Значит, он когда борется. Раньше ему можно было. Он брал отсюда, срывал захват. Брал отсюда, срывал захват, брал и бросал сюда и сюда. Я говорю, Кондрат, давай. Ой, как бы, уже боже, Кондрат, смотри, взяли тебя, ты ничего сделать не можешь. Он сорвал руку, сорвал. Бери, бери, постарайся как бы дернуть. Держи, пожалуйста. Вот, постарайся дернуть. Не отпускай. Прямо бери и бросай. Бери и бросай. Он держит. Дернул, он держит. Бери и бросай. Ну, значит, не упадет. Ну, ты. Так, думай. Вот, я думаю, так, да? Вот. То есть, тебя взяли, да? Значит, или ты должен отсюда перехватить. Да, уводишь сюда, он берет сюда, и тогда ты можешь сюда подвернуться, наверное. Или ты берешь отсюда. И отсюда тяжело, да? Значит, или ну, не получается сюда, просто он чуть ниже опускает. Значит, уходишь. А тут держи. Так, наоборот. Вот. Стой там. То есть ты отсюда уходишь, ты не срываешься так, уходишь. Нет? Бери отсюда, оп, иди, вот отпустил. Ты что, ушел от борьбы? Нет. Хаджимин. Полторы минуты. Ничья только. Тебя одну сюда. Последняя минута. Обоим шида. У тебя две, у него одну. Вот.
Матерь! Долго не будет считаться. Сразу надо было держать жестче шею и руку. А потом ты извини, ты показал, что ты хочешь делать. Тянуть надо и бросать, если он отпустил, ты ушел как-то в сторону. А ты раз, он отпустил, ты остался на месте. Конечно, ты получил атаку. Хаджина. Сюда ты проигрываешь. Пастухов из башни дадут новый. Или бросок. Пройдет минута, обоим сюда дает. Что, хорошо. Смотри. Второй сюда. Хаджи. Второй сюда. Чисто полез. А как мне зайти? А я тебе показываю. Веснул, да, бывает. Иди. Ты когда делаешь подсечку, ты веснуешь долго. Когда ты делаешь долго, ты напрягаешься. Сам себя побоюсь. Ты слышишь себя. Тик, хоп. Ты знаешь? Наоборот. Да, ты делаешь подсечку, но ты ее делаешь очень долго. А потом, Влад, посмотри. Вот ты взял хорошую зарплату. Вот ты делаешь. Ты выбираешь. А почему тебе не отсюда? Не отсюда. То есть ты можешь показать сюда, а потом уйти вот в эту сторону, сюда. Ну не пойдет туда, он право, ты вправо. Я еще раз говорю. Здесь должно быть вот. Соответ. А ты... Поэтому ты выводишь себя и видишь, он вернулся. То есть ты должен... Тут даже не подсечь, просто ты должен... Как бы показать просто, понимаешь, вот реагировал, то есть, оп, тут сюда. Но так как он стоит вот так, обязательно туда пойдет бросок. Поэтому ты должен схитрить, ты должен даже сделать раз, оп, но ногу не ставить, потому что если ставишь ногу, улетает. Раз, оп, поворачивается, бросает туда, поворачивается, ты убираешь ногу. Рука сюда и бедро. Да, это надо отработать. Это надо просмотреть, будет получаться, если такой захват. Еще раз. Пойдем. Смотри физически, когда можно залезть в бровь. Ты должен что сделать? Оп! Показать, да? Оп! И хоп! Сюда. Мы могу здесь держать, потому что он тебя туда бросает. И когда он поворачивается туда, оп, убираешь. Меняешь эти руки и делаешь сюда бросок. Попытаться. То есть, обмануть раз, он обязательно это будет делать. Обязательно будет смотреть сюда. Даже если он вот так ставит, значит, отсюда раз и хоп, пойти. То есть, показать. Хоп, а ногу убрать. Он раз начнет падать, отсюда выведение руками, как дать ему. Это как пацан ногу вперед. Борешься. Ну просто когда левша, он стоит на этом месте. Я
бил хорошо по этому, по ноге. Стоит, наверное, по ноге. Чувствовал. Не обращай внимания. Я говорю, бам, второй раз. Меня бьет сильно, но разворачиваю любовь, то есть не бьется нога, просто как бы вот так получается. Он говорит, нифига себе, скотина. Я начинаю, то есть мы держим запас. Я его бам отсюда, бам. И третий раз. Раз, что пастухов делает. И я тоже сам. Летит, как птичка. Я так призываю России, Советского Союза против, потом проиграл, блин. Ты что, блин? Я вышел поселение. Тут нет. Физически вообще по опыту. Походил. Чувствуется, что затаился, блин. Думает, блин, что за стыдно? Я говорю, бам! И тут же. Раз убрал! Вот у меня сразу долго стоит. И вот тут же перепутал, я его перепутал, мне как он летел. Вот дядя, а если бы он был японцем, то я бы выиграл. Так в Азаре он мне потом был вышел. То есть так, так и здесь. Так и здесь. Значит, ты что должен сделать? Ты должен сделать подсечку, а потом ты должен залезть на заднюю подножку, но не ставить того вот здесь. Чтобы он вверх пошел. Ты пошел вот в ответ, ты отсюда, мощно руками, ту-ту-ту, и бросил. А что делать? Просто по вон так надо бороться. Ну что, последние пацаны, да? Так, все. Готовы? Да. Джимми! Зачем ты лезешь туда? Руки плохо стоят. Лично на бой, он стоит боком. Нахрен ты лезешь на заднюю? Аджина. Смотри. Сюда. Аджина. Идет бросок, ни тому не смогу, дам шибу только. Здесь старайся уходить. Отсюда. Не уходи, так и прыгать за него. Да. Он стоит, ты не потянул. Надо как-то выводить, понимаешь? А как получишь спину колено? Не двигаешься, стоишь много. Двигаться надо. Сюда пошел. Боишься двигаться, теперь двигаться. Раз, все, пошел туда, раз.
Пастухов побежал сюда, потянул, стоишь. Пастухов слабее тебя, поэтому за счет выносливости его надо замотать, а потом бросить. Вот, видишь? Вот. А как он получит шибер? Вот, 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 вот. Вот, вот. Базарь. Время. Хорошо, пошли вокруг ковра. Вот у тебя уже моментами получалось. Хорошо. Надо все-таки научиться выводить, потому что вот ты залез, но не залез туда дальше, он дернулся. Значит, смотри, Влад, он стоит. Раз он стоит, значит, показал 3-4 приема, он получил шибер. Показал 3-4 атаки, он получил шибер. Потом обоюдное шибер, его сняли, и все, бороться больше не надо. Что это он получил второй, и ты, у тебя два. Ну так просто поактивничай. Зачем рисковать, тем более. Ну. Так, пошли, 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 еще три круга прошли. Да, да. Ну, все, я готов. Я готов. Вы готовы? Пожалуйста, Пастухов Артемчик. Пошел, держи, держи, держи. Хорошо. Хоп, поменялись. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, зачем? А, да, да, конечно. Можно было бы и на шее. Влад, готов? Да. Уходишь назад и тянешь руками. Пошел. Еще назад уходи. Уходи назад, чтобы руки прямые, тогда будешь тянуть. Хорош, поменялись. Раз. Хоп. Пошел. Раз, два, хорошо, тяни, тяни. Топ. Смотри только в конце, этот бутылок, смотри в конце, случайно не отпусти. Угу. Пошел, пошел. Плохо руки работают. Отходи назад. Отходи прямо дальше, как ноги можно дальше. Как можно дальше. Хоп. Смотри, ты стоишь и маленькое движение. Отойди, чтобы подальше было руки, ноги подальше. Эх, движение. Хорошо. Пожалуйста. Это что у нас? Третий. Где третий, блин? На третий я. Сюда. Пошел. Три. Это полтора. Это полтора. Это третий, да. Правильно, полтора. Раз, раз и один, это полтора. Нет. Давай, раз. Пастухов. Пастухов сколько раз сделал? Сколько? Это третий. Что ты сказки рассказывал? Нет, это третий круг, а третий раз пройдет. Ты что, третий раз идешь туда? Да, да. Я сюда. И... А ты сколько идешь? Он вот третий раз пришел. Эй! Да серьезно, серьезно. Давай, вот это вот. Вот это. Оттуда кто начал? Ты? Я. Оттуда. Я. Пришел сюда. Да. Пастухов туда. Да. Ты сюда. Пастухов туда. Два раза. Сюда. Два раза. Так ты два раза, он два раза. Я тут уже. Ну, я тогда. Ну тогда. Так правильно. Давай. Давай. Пошел, заканчивай третий раз. А, ты третий начинаешь. Да. Хорош. Меняемся.
Вот 2.5. Сейчас он доделает у каждого по 3 раза. Как можно дальше? Хаджиме. Раз. Блин, я наблюдал эту сцену. Во-первых, ты все время вот так стоишь. Ты за счет туловища немножко делаешь. Держи меня, хорошо? Ты вот так стоишь, вот так идешь. Ты отойди. Оп, руками. Отойди. Оп, руками. А ты держи так, чтобы у него и получалось, и тяжело было. Так, это у нас 3. Еще 5. 8 раз. Это ты 8, он 8. Хаджиме. Не, это мой. Постричься. Хорошо. А что ты будешь стричь, не интересно? Не, если ты лысый, что ты будешь стричь? Так, давай, это 4 идет. Как можно дальше ноги назад? Как можно дальше ноги назад? Вот. Вот. Хорошо. Не часто, а именно, пожалуйста. Подходи, Артем, отходи. Ты не отходишь, блин. Смотри, Артем. Ты не, ты работаешь не руками, ты ногами работаешь от туловища. Вот, вот в таком положении. Ты ноги подальше, потом руками потяни. Так, давайте. Сейчас каждый по 3 раза делает. Ты 3 раза, он 3 раза, и все, давай. Еще 6 раз на 2. Пошли. 1. Тянем, тянем. Дальше ноги. Хорошо. Я не понял, вот тут ты держишь или что, или подыгрываешь им? Пошел. Вот твои полчаса отыгрываются, блин. Чтобы мы пошли домой. Готов? Пошли. Можешь за 2 отворота взять, только лицом не ударится. Односторонне можешь попробовать. Хорош. Ну и давайте последний туда-обратно и все. Оп. Во. О, видишь, как вытаскиваешь? Отлично. Как будто я не работал, блин. Сочковал, наверное, блин. Хаджиме. Давай, Артем. Держи сильнее, сильнее его, держи его. Хоп. Пояса на место. Построились. Приходи, покачайся, просто бегай, потому что меня не будет. Нет, ты не будешь работать. Артемчик, ты в пятницу, что будешь делать? А, ты пойдешь в Александр Рубан? Да, в пятницу. А в пятницу пойдем туда. Да. А завтра не хочешь? А завтра можешь прийти покачаться, я буду здесь после парной. Если сможете, приходите в парной. О, я не знаю. Как всегда, до отделения открывать. 2 часа
не в 2 часа, а лучше в 2.10. Вот так. 2.10? Да. Просто... Да. Владик. А потом подойдешь ко мне. Так, надо выключить. Раз. Паша, раз, два, три, четыре, пять, шесть, два, семь, смотри, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да неудобно, Дес. Вот так удобно? Вот так. Я не знаю, раз так удобно. Делай такое, больше тебя не прошу ничего. Пошли. Оп. Оп. Ноги, пятки, пятки, не становись ноги, согни в колени. Да не могу я так есть. Ну, ты что, Буратино, что ли? Нет, вот на бутылку смотри. А вот хуже тебя делают. Давай, давай. Призер республики будущий. Давай. Хорошо. Мате, пошли мельница. Мельница. Вот, раз. Давай не разговаривай, давай делай. Не приседай сильно, просто. Вообще не приседай. Ну ты вход, раз мельницу сюда вышел, раз мельницу. И все, раз, и надо на колени становиться. Давай, о, зачем на колени становиться? Иди сюда. Взял вот сюда, раз. Да, оп, два, и все. Вот так и сделай без партнера. Ну, вот, молодец. Молодец, хорошо, что я тебя не снимаю. Хорошо, молодцы. Сейчас, надели кимоно. Вот тут смотришь, какая. Да, у меня нет. Постел. Нет, место. Где? Сказал, мне было место. А что у тебя там было? Где куртка? Я тебе. Вот возьми любую куртку. Вот, а, это моя. А ты же потом уберешь ему. Да. Я в шоке с ним. Ну и поезд уже взял, куртку взял, зубы и поезд взял. Так, в этом, ладно, на месте, потом туда же поставишь. Ладно, ты сюда, ты сюда. Так, смотрю, куда мне смотрит одна камера. Одна на вас. Так, одна на вас. Так, чучело взял. 15 бросков через бедро. И считаю вслух и скажешь мне. Вы готовы? Чего? Кто тебя спрашивает почему? Не, почему? Я спрашиваю, вы готовы? А ты говоришь, почему? Я не сказал почему, я сказал почему. К чему? А, к чему? Тяжело, блин. К чему? К работе. Значит, что будете делать? Значит так, бросок через плечо. Ага. Классический вариант. 15 ты, 15 он. А ты броски делаешь. Ага. Давай. Отжимаем. Вот. Хорошо. Раз. Вы учпоми делаете. А, к чему? К чему? Бросок через плечо. Я сказал учпоми. Бросок. Вот, да? Бросок сказал? Да. Учпоми. Броски ему, а вам учпоми, бросок через плечо. 15 раз. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, что вообще? Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14. Сделай хорошо. 15. Сделал? Да. Артемчик, сможешь? Конечно. Отлично. Сделал 15. Ты не считаешь.
Ты не считаешь? Ну. Вот три, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Смотрите, теперь Артем. Сейчас делает Гладбурга уже. Взял классический захват. Значит, взял, да? Да. Теперь эту руку отпускаешь, шкоби в эту сторону. В эту? Да. 15 раз. Раз. Два. Сколько бросок? Так что он налетел? Плохо. Видишь, даже падение на попу. То есть оценки нет. Вот. Вот. Вот уже лучше. Пятнадцать делаешь? Да. Молодец. Артемчик в ту же сторону. Сделал. Теперь делаешь так. 10 бросков через бедро, но с падением. То есть бросаешь, а потом кувырок через меня. Через. 10. Я меняю. Хорошо. Так. Хорошо. Так, Влад, сюда. Делаешь броски через бедро. Делаешь бросок 15 бросков через бедро не вправо, как обычно, а в левую сторону. Вот тут, бегом туда. Учкоми правой рукой и в эту сторону подворачиваться. Делай ты сначала, потому что Влад пока проснется. Да, вот это вот. Вот. Вот умница. Отлично. Вот Влад, красавец. Кроме без партнера некрасиво. Вот это очень красиво. Так, давай, 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 давай. 15 раз, потом Влад 15. Влад, а ты считай. Не считай, делай все. Пусть он считает слух. Не будет считать, так и будет стрелять. Так, пошел, Влад. То же самое. Правой рукой держишь, и ко мне подворачиваешься. Все. Так, теперь то же самое, но с падением. Тоже это все? Да. Это самое главное. С падением. Так, давай. Семь. Вот. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. А, сейчас не так хорошо. Пятнадцать. Давай. Пятнадцать? Сделал. Так, Влад, ушел в высоту. Артем, значит, 15 бросков. Опять. Все броски обычно в эту сторону не надо, в эту сторону. Влад, то же самое, ты начинаешь. Большой Влад. Отсюда взял и сюда подвернулся. 15 раз, он считает. Так. Сюда? Да. Раз. Ага, считай. Три. Четыре. Пять. Отлично. Вы меняетесь. Ты сделал? Сколько? Делай с падением теперь. Бросок. Плохо. Да, да. Да, ничего. Хорошо. Влад, считай старше. Три. Четыре.
Вы говорите или что вы делаете здесь? Стоп, Матвей. Значит, еще раз это может бороться. Это не борьба же, это а что? Страдают дети недосыпанием. Еще раз, если я замечу, он вниз на высоком парке, ты становишься спереди, где голова, то есть голова вот здесь, и здесь перед становишься, значит, сразу буду бить. Только такое положение. Задача, забежать назад. Встань, забежал назад. Руки не душить. Поставил руки, перевернулся, удержали. Вот отсюда руки. Раз. Запустить. Вытащил одну сюда, потянул сюда. Или на болевой. Или перевернулся с ним, задушил. Джен. Ты ноги не сбрасываешь. Не получилось, Игорь. Не получилось. Блин, чем ты занимаешься? Вот, иди еще. Иди сюда. Стоп. Да. Одевай. Так. Сейчас мы кадр выключим. Так, этот. Бурдужа, что ты сидишь? Так, значит, у тебя... Я же все. Значит так, в ту сторону 30 бросков. Из них в ту. Через бедро. Через бедро. Так я могу и так, и так. Мне лучше туда. Куда? Ну давай.
Три прыжка сюда, три сюда. Но с падением. Три. Хорошо? Через бедро? Да, через бедро с падением. Готовы? Хорошо. Ты уходишь с удержания, ты держишь. Переключаешь баланс. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Стоп. Ты устал? Нет. Нет. А Лубат, иди сюда тогда, ложись. Пастухов ушел. Держи его. Я? Да. Я не встал. Как тебя я не спрашиваю. Я бы слышал. Так, делаем удержание. Готов? Да. Хаджи. Раз. Два. Четыре. Смотри. Так, ложись. Ты уж уходи, будем по очереди, блядь. Наоборот, надел куртку, блядь. Ой. Готов? Дальше. Считай, что ты сидишь. Один. Стоп. Два. Все. Выходи просто ход. Ты ушел. Держи. Ты ушел. Держи. Ты ушел. Держи. Его! Готов? Да. О, отжимай. Стоп. Стоп. Ушел. Так, поступок. Ложись сюда. Ты. Ложись. Я держу. Туда лицо. Один, два, три, четыре, пять.
держит собака. Самое главное. Боюсь, отпускаю. О, хорошо. Так, встали. Значит, 50 раз ты, 50 раз ты. Да? Раз, два, до конца можно не переворачиваться сюда. Видишь, вот этот звенит, хоп. Хорошо? 50-50. Ух. Не, мы работаем. Мы пахаем. Ой, не, мы сам мы. Дальше у нас два еще. Обшил бар. Четыре. Семена? Да. Семен живой. Просто хуй посиди. Пятый зуб. В эту сторону сделай. 50-50. Влево или право? Правая рука и сюда. Вам хорошо? Понятно? Да. Чего это? Да. 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 Нет, нет. Бороться. А пошел. Бороться. Я не люблю это делать. Нет, мы не боремся. Стоп. Затулочь. А, да? Да, затулочь. То есть ты берешь у меня затулочь. Да, ты берешь. Просто и я. Хорошо? Ногами не лепит. Да, да. Чуть-чуть не поставил. Стоп, вдруг меня не снимает. Пятьдесят один, пятьдесят другой. Снимай. Чуть-чуть больше подворачивай. Его борьба. Еще борьба есть, такие нарды, где я выигрываю. Наверное, и шашки могу выиграть. Может быть, и в теннис. Подъездом. Все. Да. Все, да? Да. Хорошо, одевай куртку, идешь по сухому. Влад. А. Ну, иди ко мне тогда. Еще по 50 делайте. По 25. Снимай куртку. Пошел дурик показывать. Захвати, по ногам не бить, сильно не бросать. Мы, давай, бачу, бачу.
сидишь? Что ты прыгаешь, блин? Не вижу, чтоб ты меня взял в мизатуру. Работать. Не мне же работать. Не слышу. Не вижу работы. Мы работаем. Мы сделаем по-другому. Так. Так. Давай, 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 давай. Thank you.
Хорошо. Давай. Сюда. Видишь, тебя все бросили. Значит, что за рукой мать могут набить? Значит так. Или здесь качаешься, или там? Здесь. Ну что мне делать? Сделать. Делаешь. Давай мы сделаем с тобой так. 700 раз. Каждое упражнение больше 30. Ты сделал свое 30? Сделал? 30. Единственное, что не делай на ноги очень много. Потому что у Артема лишь ноги. То есть старайся ноги подключать, например, 4 упражнения там, на грудь, на это, потом можно. То есть не делать. Так. Хорошо? Все, хорошо. Или со мной будешь бороться? Нет, хотят. Что со мной бороться, если я старенький? Ну кто выиграл? Я понимаю, что они в полную силу боролись, но и бороться так мы не можем. Так. Пять. Нет, до Япона. 5 складок. Сейчас я выключаю.